с вами Миха, мы на канале «Похудеть бесплатно». Сегодня пятница, собрались мы с Саней на рыбалку на море. Обещали по прогнозу погоду хорошую, но, по-моему, нас обманули. Ветер такой сильный довольно-таки и тучи. Но, по-любому, я бы поехал на тренировку, поэтому я согласился на рыбалку. Не знаю, будет там рыбалка или нет, но тренировка это там же, возле дельфинария, поэтому она у меня будет. Как дела у меня? Дела отлично идут, веду подготовку к походам каким-нибудь. Сейчас, правда, целую неделю дождей, но я каждый день по 3-4 раза выхожу и как минимум каждый раз по часу хожу. В день, я не знаю, 10-15 километров, это, ну, вот, как с куста. Не замерял, надо будет замерить как-нибудь. Но хожу много, ноги болят. Но если надо укрепить, так надо укрепить. Это, знаете, они лежа не укрепляются. Немножко поболят, потом привыкнут. Это как после тренировки. Вы позанимались, начинает все болеть. Вы занимаетесь чаще и перестает вам болеть, и начинает все быть хорошо. Поэтому где я? Возле театра Мускомедии, возле нашей, кто не знает, вот такой вот у нас театр красивый. Море там, дома строятся, застраиваются, кругом многоэтажные. Раньше тут все были маленькие этажи, до 3 этажей. Ну вот самые большие, понимаете. А сейчас видите, какие строят. Красивые, новые. Что-то, как всегда, я приезжаю первый. Вот такой я вот, знаете, человек. Если мне сказали прибыть в 10, я буду в 10. Если мне сказали в 11, я буду... Без 15:11, ну, стараюсь не опаздывать. Ну, Саня не виноват, он не опаздывает, как бы там просто у них маршрутка. Мне раз на трамвае сюда, у меня сюда идет два трамвая. Вот идет 28-й, который идет в парк Шевченко, и идет 5-й, который идет потом в Аркадию, в ту сторону. Поэтому я выхожу там возле привоза и на любой из них прыгну. И мне занимает буквально пару минут, чтобы добраться сюда. Ну, минут 7-10 максимум. Поэтому я всегда приезжаю впервые. Скоро липа зацветет. Так, цветочков тут нету. Не знаю, что-то мне вот эта погода, вот честно говоря, я рассчитывал поймать рыбку. Ну, не знаю, может распогодится, посмотрите, как бы там... О, вот и Саня. Скажи девочкам привет. Вот он, рыба. Ого, так и набрал. Смотрите, какие он сумки набрал. Он, наверное, хочет всю рыбу выловить. Что там положил? Там пиво. Пиво? А, блин, вот такую холодину пиво. Лучше бы я глинтвейн взял. Ну, кто знал, что такое. Обещали 23 градуса, понимаете? Что-то, я не знаю, прохладненько. Все, девочки, встретимся на море, покажу вам море. Не знаю, как там с рыбой. Попробуем, конечно, поймать. Это мы первый раз вышли. Уже июнь месяц, а мы только вышли на рыбалку. Уже, наверное, всех бычков там выловили. Все, не переключайтесь. Уже и на море. Ну, погода так себе. Вон Саня пошел спрашивать, клюет, не клюет. Сейчас я тоже туда. А я вам пока пришел показать. Вот тут девочки занимаются йогой. Вот кто может, стоит на голове. Кто не может, просто согнулись, стоят. Видите? Попробуем мы что-то поймать. Не знаю. Шансов, конечно, немного. Но не надо думать, что прямо ветер и все. Бычку под водой, ветра нет. Наберу. Не поймаю, тоже наберу вас. Ребят, проводим, как говорится, вашу ауру и чакру. Давайте, напишите, пожалуйста, вот сейчас в комментариях. Просто вот сейчас, не ждите конца видео. Кто больше поймает рыбок, Саня или я? Просто вот по-честному напишите.
воскресенье. Вот предугадайте, посмотрим, есть у вас какой-то дар ясновидения или еще чего-нибудь. Поэтому вот сейчас остановитесь на секунду и напишите, кто поймает больше бычков. Есть третий вариант, никто не поймает бычков, его тоже не надо забывать. Но сразу... Я уже поймал один. А тупырь, он меня сдал. Смотрите, уже первого бычка поймал. Вот он, манюсенький, маленький-маленький, вот он, меньше пальчика. Ну, уже поймался. Но это ни о чем еще не говорит, поэтому напишите, а в конце видео честно напишите, был у вас дар предвидения, за кого вы болели, за кого переживали. А вот еще один бычок, угадайте, кто поймал. А? Конечно, я. Но это опять же ни о чем не говорит. Вы написали в комментарии, кто больше рыб поймает, я или Саня. Вы не забывайте, у Сани, смотрите, две удочки, он сейчас как начнет тягать, то я не успею с ним, а у меня одна. Пишем в комментариях. Смотрите, кого я поймал. Крабика маленького. Естественно, мы краба выпускаем, потому что крабы занесены в Красную книгу. Они у нас редкость. Вот такой красавчик. Маленький. Клюнул мне на удочку. Ого. Пузыри пускает. Ну, мужики говорят, что и больших крабов тоже ловили. Первую рыбку, ну посмотрите, как он ее поймал. За брюхо, понимаете? Но не клюет, но рыбу он уже просто карпуном ходит крючками. Поймал за брюхо. Поздравляю, Саня, с началом сезона рыбалки. Блин, ребята, ты труган такой. Вообще ненормальный. Сейчас, ну вы слышите, шумит микрофон. Холодина, вон руки синие. А Саня взял пиво еще холодное. Стоим, морозимся. Но лучше так, чем сидеть дома возле компьютера и думать, как бы мне похудеть, да? А вот так вот выходим, ходим, свежий воздух, общаемся, двигаемся. Потом пойду в спортзал позанимаюсь. Ух! Итого 3-1. Краба я считать не буду, потому что крабов мы не кушаем. Поймал второго, и я разозлился, и поймал четвертого. Зато посмотрите, какого большого. И черного, видите, вот эти называются черномор. Потому что они вот такие вот черные. Есть песчаный бычок, а вот этот черноморчик, смотрите. Вот рука моя, видите, какой он? Хороший. Красавчик. Кто красавчик у нас? Миха красавчик, да? А вот смотрите, какого я красавчика, ребята, вытянул. Этого так просто не возьмешь. Этот может покусать. Да, блин, переверни. Во. Вот рука. Вот он, смотри, потекает. Сань, смотри, не наступи. Ну, давай, здесь. О, видели? Давай. Мы его выпустим. Сейчас вам прям покажем, как его выпустим. Давай, давай, кусайся. Красивый. Красота, на удочку клюет. Классно, холодно, правда, очень, блин. Все, вот
запускаем, да, Саша? Сейчас посмотрю. Видите? Хочет меня покусать. Давай, выходи, солнышко, мы уже замерзли. Все, выпускать? Саня пользуется моей добротой и фотографирует моего краба. Я сейчас маркером напишу мой и отпущу в море, чтобы никто его не съел. Буду приходить подкармливать. Где то солнце? Где оно? Вон оно. Вон оно среди тучек. Дайте плана. Все? Выпускать? Ну давай, Саня, дай ему палец, если ты смелый. Они очень больно кусаются. Да конечно больно. Красавчик, ням-ням-ням. Кушай камеру. Все, ребят, смотрите, выпускаем. Чтоб не думали, что мы таких красивых животных будем кушать. Давай, сам. Давай, иди на воду. Опа! Крабище. Классный? Лайк и комментарий напишите, пожалуйста. Я поймал третью рыбку, а я разозлился и еще поймал кучу. Уже 7-3 счет. Вот еще. Это уже седьмая у меня. А у него 3. Вот мне интересно, как себя чувствует человек, который не умеет ловить рыбу. Вот у него 2 удочки, такие классные удочки, а у меня, посмотрите, вот такая. Он говорит, а что это у тебя? Она липкой лентой заматана. Я говорю, да это не липкая лента, это амулет волшебный. Давайте возьмем у него интервью. Здравствуйте, клюет у вас? Клюет. Неправда, клюет у того пацана вот, с той удочкой галимой. А у вас вы это время тратите здесь. Только что подлетала птичка очень красивая, но мы не успели достать камеру. Что? На удочку смотри. Клевала? Да. Ладно, не буду тебя мешать. Догоняй. 7-3. Нет, Сань, то не медуза. Мы думали, что то медуза большая, вот, сейчас покажу, вот, видите, белая, но, по-моему, я оказался прав, то ведро какое-то или что-то такое лежит там, вон, видите, такой беленький. Погода, ну, чуть-чуть ветер меньше стал, чуть-чуть, и, знаете, а вот она прилетела, смотрите, какая-то, это не чайка, ребят, посмотрите, вот она, иди сюда. Иди, на. Это я свистел, это не птичка пела. Так, надо же бычка в воду. У нас сеточка такая. Вот сюда мы повесили, вон они в воде все. Итак, счет 7-3, продолжаем. Вышло солнышко, ветер чуть-чуть стих. И я поймал 9-го. Смотрите, какой красивый, какой мордатый. Я его за нос поймал. Какашка. Какашка. Итого 9-3, Саня в шоке. Он еще, это, наверное, девочка, вот он беременный, по-моему. Будет с икрой. Красивый? Нет. Саня в шоке. Тихо разгромил его. Но у него есть еще время, потому что я еще пойду в спортзал, он будет ловить, но шансов у него маловато. Помните, ребята, когда я ходил по Потемкинской лестнице, там объявляли экскурсии по морю. Вот он этот катер, вон морвокзал, вот он приплывает вот сюда, сейчас он развернется и пойдет обратно. Вот он доезжает до дельфинария.
Немо, давайте помашем всем рукой. Эй-эй! Вот видите, как мне машут все рукой. Эй-эй! Саня смеется с меня и фотографирует. Дядя Миша веселый. Вот и закончилась наша рыбалка. Я пока пошел в спортзал позаниматься. Саня продолжал ловить. Но перед тем, как я уходил, я даже испугался. Ему как пошел клев. Одну за одной. Вот такие крупные. Но когда я вернулся, вот какие, покажи какие. Вот такие у него. У него, оказывается, вот такие крупные. Но когда я вернулся, я успокоился, потому что счет остался 9-7. Дружеская ничья. Но у меня еще два краба, а у него ничего. Ну, у него было два пива у него было, мы выпили. Да, как бы ничья. У него были бутерброды, у меня был мой морковно-творожный пирог. Все знают, что это за пирог. Кто не делал, обязательно сделайте. Очень полезно. Посмотрите, какой он стал здоровый. А он принес бутерброд с сыром янтарь и мясо. Буженина. Понимаете, это не ППшник. А вот потом он скушал мой пирог творожного морковный и сразу, смотрю, стал здоровее. И такой говорит, о, хорошо, бодрее. Хорошо, да. А может, пиво нам помогло, ППшное. ППшное пиво? 100%. Пиво было ППшное. Фирменное, натуральное, разливное. Это не какое-то авторское. У нас авторское, да, было? Венское. С самой Вены привезли, наверное. Вон дядя косит траву, и он, походу, покосил все девочки цветочки. Я хотел вам, как обычно, подарить цветочки, но их нету. Их кто-то покосил. Вот, наверное, тут дядя. Все, мои дорогие, пишем комментарии, ставим лайк, подписываемся. Люблю вас, мои дорогие, всем пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.